Рассмотрим треугольный треугольник с катетами X и Y на комплексной плоскости. То есть считаем вот эту точку числом X плюс Y. И возведем в квадрат. Ну, что называется? Просто как учили. Квадрат возводим. Получаем X в квадрате минус Y в квадрате плюс I умножить на 2. Что такое геометрическое возведение в квадрат? Мы должны взять вот этот вот угол, удвоить, и отрезок по длине умножить на себя. То есть получается такой вот большой прямоугольный треугольник. Заметьте, пожалуйста, его гипотенуза — это x квадрат плюс y квадрат. Длина. Уже без всякого корня. Это соответствует, без всяких комплексных чисел, формуле x в квадрате минус y в квадрате плюс 2xy в квадрате равняется x квадрат плюс y квадрат. Таким образом, простая вещь, возведение комплексного числа в квадрат приводит нас к алгебраической формуле, которая позволяет находить решение уравнения сумма квадратов равна квадрату. Оказывается, в некотором смысле эта формула дает все решения. Но на самом деле, конечно, все-таки совсем все она не дает. Но давайте посмотрим. Скажем, есть знаменитая египетская тройка. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате – это 5 в квадрате. 9, 16, 25. Получается ли она по той формуле? Какие надо взять x и y? Наверное, понятно, какие. X – это число 2, Y – это число 1. В самом деле, 2 в квадрате минус 1 в квадрате – это 3. Дважды 1 – это 4. Отлично. Так что для такой тройки все получилось. Давайте теперь напишем 6 в квадрате плюс 8 в квадрате равняется числу 10 в квадрате. И зададим себе вопрос. Получается или не получается? Для этого нужно решить систему. X квадрат минус Y квадрат равно 6. 2XY равняется 8. 2x равно 8, значит x умножить на y – это 4. Но это все плохо. Потому что если вы возьмете x и y разной четности, то разность квадратов будет нечетная, это нельзя. А если одной четности, то есть дважды 2 или минус 2 на минус 2, то понятно, что будет 0, а 0 – это не 6. Значит, вот такая формула дает не все формулы. Пифагорова тройка – это натуральные числа, 3 сумма квадратов первых двух равна квадрату третьего. Оказывается, разгадка очень простая. Если вы берете в качестве чисел x и y числа разной четности и взаимно простые, то вы получаете тоже взаимно простые числа. И так получаются все пифагоровы тройки. А общая формула выглядит так. Надо написать x квадрат минус y квадрат и умножить на какой-то натуральный множитель. 2xy умножить на n и x квадрат плюс y квадрат тоже умножить на то же самое n. И, повторяю, на самом деле x и y взаимно просты, ну, естественно, x должен быть больше, чем y, чтобы получился натуральный ответ.
и числа разной четности. Давайте это сейчас докажем. Это, к счастью, очень легко. Это упражнение просто на формулу разности квадратов из школьной программы. Вот. Ну, во-первых, есть числа, которыми мы интересуемся, какие-нибудь там А, Б, С, натуральные, и А, и Б имеют какой-то общий делитель, то мы, разумеется, можем тогда здесь вынести вот этот самый общий делитель в квадрате, здесь он будет вынести, и это тоже будет на него делиться, и вот у нас так все выместится. Значит, можно считать, что наибольший общий делитель А и Б – это единица. В таком случае невозможна ситуация, когда оба числа нечетные. Потому что, когда вы нечетное число возводите в квадрат, то вы получаете единицу по модулю 8. Ну, а здесь нам даже достаточно, что единица по модулю 4. Если бы b было тоже нечетным, то сумма была бы двойкой по модулю 4. То есть левая часть делилась бы на 2, но не делилась бы на 4. А если число делится на 2 и не делится на 4, то это, конечно, не квадрат. Четный квадрат обязан делиться на 4. Оба числа четными быть не могут, потому что наибольший общий делитель единица. Значит, одно из них четное, другое нечетное. Отлично. Вот давайте, например, пусть у нас число b будет четное, а число a будет нечетная. Хорошо. Понятно, что в таком случае С тоже нечетная. Вот. Ну, почти все сделано. Переносим А квадрат вправо. Получится Б квадрат это С в квадрате минус А в квадрате. Заметьте, оба числа С и А нечетные. Значит, B это С минус А умножить на С плюс А. B в квадрате, конечно. B в квадрате это С минус А умножить на С плюс А. При этом скобки четные числа. Давайте их как-нибудь обозначим. Скажем, вот это у нас будет 2К. Это будет 2L. Мы получили равенство. B в квадрате это 2K умножить на 2L. Подумаем, как выражается через числа K и L, числа A и C. Это очень легко. Если сложить, то получим 2C, это 2K плюс 2L. Значит, C это K плюс L. Если вычесть из правой скобки левую, то получится, что 2а это 2l минус 2k. Значит, l минус k это a. И вот теперь смотрите. У нас числа a и b были взаимно простые. Значит, и a и c взаимно простые. Потому что если бы у них был общий делитель, то и b на него бы тоже делится. Значит, вот эти вот числа должны быть взаимно простые. Значит, k и l разной четности. И, конечно, взаимно простые. Потому что если бы был общий делитель чисел k и l, то a и c на него делились. Легко увидеть, что этого условия достаточно. K и L разной четности. То есть k плюс L нечетное. И наибольший общий делитель k и L равен единице достаточно для того, чтобы a и c были взаимно простые. Ну просто потому что а плюс c это 2l, c минус a это 2k, ну если kl взаимно простые, то как раз все и получается. Хорошо. Получается, что k и l взаимно простые, а 2 в квадрате умножить на k умножить на l это квадрат. Значит, эти числа это на самом деле квадрат. Давайте я еще раз торжественно это напишу, потому что, собственно, на этом вся история и заканчивается. Да? B в квадрате
это 2 в квадрате умножить на k умножить на l. K и L за это простые числа. Значит, это квадраты. Значит, я могу написать, что число k это какой-то квадрат, и число L это тоже какой-то квадрат. Получается, что B это 2xy. Соответственно, А это x квадрат минус y квадрат. Ну и С это x квадрат плюс y квадрат. Мы получили вот эту самую форму. Значит, мы полностью описали множество пифагоровых троек. На самом деле не совсем описали, потому что геометрически не очень. Вернее, так, ну, понятно. Нужно взять плоскость, да, и каждую точку с взаимно простыми координатами возвести в квадрат. Да? Не только взаимно простые координаты, взаимно простые координаты разной четкости. Возвести в квадрат. То есть, в принципе, это более-менее понятно. Но другой способ описания получается при помощи дерева. Я потом это отдельно расскажу. Очень красивая картинка. Идея там такая. Мы можем в разумном порядке перебирать все пары взаимно простых чисел разной четкости. Так же примерно, как в дереве Калкина-Вилфа. Здесь есть некоторая проблема, связанная вот именно с тем, что не просто пары взаимно простых чисел, потому что дальше это было просто дерево Калкина-Вилфа, а вот разные четкости, но это не так уж трудно. Вот, и получается картинка с деревом всех пифагоровых троек.